Всем привет, уважаемые подписчики! Посмотреть очередную 7-ю серию сериала «5 минут тишины. Сибирские морозы» вы сможете в среду 15 декабря на канале НТВ, и называется она «Воздушный змей». В ней вы узнаете о том, как Гиреев и Зоя живут вместе, а Юля и Грек в самом начале отношений. Всех участников спасения на хлебзаводе, кроме Авериной, торжественно повышают звание. В отряд возвращается старик и Пузырь. Спасатели едут на очередной вызов. Желая впечатлить девушку, спортсмен Кайтер катается по воде при сильном ветре. Сильный порыв поднимает его с воды и бросает на провода ЛЭП. Парень оказывается в капкане на большой высоте, при этом теряет сознание. Тем временем в порту при разгрузке баржи ломается крепление контейнера и тяжелый металлический ящик придавливает Тальмана. Юля находит улики, наводящие на мысль о том, что ЧП было действительно подстроено. В попытке укрепить стеллаж в подвале городской больницы молодой охранник сверлит стену и задевает проводку. Начинается пожар. Спасателям придется постараться, чтобы спасти тяжелых пациентов, пока пожарные борются с огнем. Старик советует Греку устроить для Юли романтическое свидание. Пока Грек готовит романтический вечер, Юля тайно проникает в порт, а вечером к ней приезжает Сеня, которого она представляет Греку своим двоюродным братом. И это очевидный обман, о чем Грек узнает немного позже.